Привет, меня зовут Денис. Всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Мистер Пен Про. И сегодня мы будем играть в игру Майнкрафт. Вот, значит, сегодня у нас будет выживание на острове. Начало серии, я тут уже взял себе из бонусного сундука вещи. И сейчас мы будем искать, короче, остров. Вот. Ну что ж, я не буду медлить, оставлю видео на паузу и буду искать остров. Ну что ж, удачи. Ну что ж, вот мы нашли остров, для вас прошло это ровно секунда. А для меня несколько минут поисков, во-первых, потому что я включил креатив и летал. Видите, у меня предметов никаких не прибавилось, так что не надо писать в комментариях, что я что-то читерил. Вот, значит, наш остров. Здесь вот просто там какие-то немножко есть какие-то развалины острова. Будем представлять, что мы потерпели кораблекрушение и остались на каком-то острове. Вот. Этот остров, значит, довольно маленький, ну не такой большой. Но там есть какой-то маленький бугорок. Единственный наш шанс выжить - это есть рыба. Нам просто нужно взять удочку, убить пауков, нитку. Вот, значит, смотрите. У нас есть тут, значит, несколько деревьев, буквально 6 деревьев, либо 5 на всем острове. И вообще, ой, что-то мне подвагивает, извините. Вот, и вообще практически нет нигде территории, где можно хотя бы какой-то домик построить. Вот, еще могу показать, я вот встану сейчас на самую верхушку этого холма. И видите, тут вообще ничего нет. Кстати, смотрите, что я нашел. Вы сейчас офигеете, но я нашел, короче, океанский монумент, который такой, типа, вон он там, вон, видите, такое маленькое свечение, если приглядеться. Довольно-таки нам повезло, то, что мы его нашли. Вон, видите, там свечение. Вот. Я только что включил креатив, чтобы проверить. Давайте я вам это покажу. Так, рыбы. Вот он. Но мы сейчас в него заходить не будем, потому что это будет нечестно, и просто мне прям интересно стало, что это такое, и ни разу его не находил в Майнкрафте ПЕ, только на компе. А только интересно. Вот, ладно, все, я включаю выживание прямо при вас, и больше в него не захожу. Просто мне нужно было все это обсмотреть, проверить. Значит, вот все, я включаю выживание. И мы начинаем. Значит, что нам нужно первым делом сделать? Это добыть немного дерева. Хотя бы чуть-чуть, чтобы построить какую-то будку малюсенькую. Так, у нас есть вроде бы топор каменный, кстати. Это хорошо. Так, я его выбросил зачем-то. Мы начнем сейчас копать дерево. Так. В этом серии, мне кажется, мы просто копаем чуть-чуть дерево, пересоздаем его, сделаем брусточок, ну и какую-нибудь маленькую коробку с потолком. И все. Серии где-то будет 10. Вот. Сейчас мы накопаем дерево себе. Так. Давайте пол у нас будет из березы. Вот, вот самое важное, это нужно... Это, как его, ростки дерева собирать. То есть ломать листву, чтобы собирать ростки дерева. Потому что потом, когда у нас деревья закончатся, будет физическая ситуация. Потому что мы просто не сможем. Так, я там вижу какой-то еще остров. Да, там какой-то маленький островок буквально. Там тоже есть деревья, вон они. Мы потом к нему в следующей серии сходим обязательно. Ну, думаю, мне хватит. Значит... У нас здесь 9 этого и 9 дубового и березового. Давайте переплавим березовое. Так, теперь 9 дубовое. Так, все. Можно еще сделать акация, потому что она это была у нас в сундуке. И у нас есть саженец темного дуба. 44 нам попалось в этом. И палки есть. Можно лестницу сделать, например. Ой, уже день наступил, была только ночь. Что-то...
Вот, я нашел саженец дерева, вон оно лежит. О, целых два. Это хорошо. Это очень круто. Сейчас мы попробуем тут как-нибудь достать. Вот, уже пошло хорошее дело. У нас уже целых три саженца дуба. И там почему-то на острове растет почему-то другое что-то. Там растет почему-то дубовые деревья. Не знаю, почему они вообще там растут. Так, ну ладно, давайте начнем строить какой-нибудь домик маленький. Вот самое проблематичное, тут вообще нет животных. Вот чем мы будем питаться? Яблоками только. У нас буквально есть яблоко, сырой лосось, немножко грибов, морковка и есть семена тыквы. Вот семена тыквы нас спасут, потому что потом можно сделать огород и съесть потом эту тыкву и так несколько раз это все повторять, пока семена не закончатся. Это что у нас? О, смотрите, палка. Тут бывает, тут в новой версии Майнкрафта 1.13.06 выпадают палки с деревьев. Вот. Значит, давайте сейчас наищем территорию, где можно построить домик. Построим тут, не знаю, например, какую-нибудь будку, чтобы можно было посмотреть на море. Вот там есть остров, ладно, это хорошо. Но мы давайте сделаем хардкор. Мы сможем только на тот остров проходить. Только к тому острову ходить. И все. К тому мы не будем ходить, потому что там есть такие длинные деревья, это будет немножко нечестно. Так, ладно, давайте вот прокопаем здесь маленький вход. Так. Все, мы здесь прокопали вход. Это будет наш вход в это наше здание. Наверное, в первой серии мы будем тут и спать, потому что это вообще будет как будка. Чтобы вот здесь вот так смотреть на контур. Может быть, я потом скачаю мод на корабли, чтобы корабли плавали. Может быть, конец серии, может быть, это чтобы нас спасли. У нас где-то серия будет 20. Значит, ладно, продолжаем строить. Давайте мы сделаем вот так, чтобы было красивенько, хотя бы как-то. Значит, убираем все вот это ненужное. Так, это мы тоже убираем. Так. Извините, что немножко Майнкрафт подлагивает, потому что тут очень много моря и, ну, океана получается, и немножко лагает. Кстати, можно было вон там будку построить, но это не очень, потому что вот будка должна быть на высшей территории. Давайте теперь мы построим верстак себе. Верстак — это вообще самое важное. Вот смотрите, у нас из еды есть только немножко проблемы, потому что у нас есть буквально лосось, две морковки, яблоко и все, ну и хлеб. У нас есть только надежда на рыбу. Мы должны сделать удочку, убить паука и там дерево, сделать удочку, вот, чтобы мы могли ловить рыбой. Но мне кажется, я не смогу все время питаться рыбой, потому что в ковер-мини она мне надоест. Мы сделаем, наверное, три верстака, чтобы можно было, ну, чтобы сделаем по красоте. Три верстака у нас будет, потому что у нас, наверное, будет одна будка, один какой-нибудь, не знаю, например, ферма будет. Ну, не ферма, а огород. Там тоже должен быть верстак, чтобы скрасить хлеб, например. Хлеб сделать из пшеницы. И будет один верстак в доме. Мы сразу сделаем три верстака. Так, видимо, нам дерева не хватит. Так что нам нужно немножко побольше материалов. Может быть, мы еще покопаем, но не надо. Так. Все 9 минут. Давайте мы сделаем сейчас вот так. Вот тут ограждение. Стекла, кстати, мы тоже сделаем в скором времени. Надо все сейчас это все вот так аккуратненько сделать. Сделали. Так. Так, опа, магия, смотрите. Я уже прокопал пол. Сейчас мы тут поставим березовые доски. По красоте все сделаем.
Может быть, тут мы сделаем какую-нибудь одну такую маленькую дырочку, чтобы можно было наблюдать. Так, у нас практически не осталось дерева. Ну ладно, сейчас мы еще немного покопаем. Стоп. Так, берем землю. Наверное, чтобы не тратить время, я землей пока что все заделаю. Да, у нас домик Нубика получается. Вот явно домик Нубика. Вот прям Нубия не придумаешь, если честно. Кстати, у меня, может быть, будет серия по типу, типа, Нубик играет в Майнкрафт. И, ну, типа, я взял этот формат на Ютубе. Может быть, он у меня как-нибудь получится. Напишите в комментариях, если вам такой формат зайдет и он понравится. Сейчас мы должны сделать дверь. Мы сделаем, наверное, одну дверь. Так, у нас, кстати, есть 11 палок. Это тоже у нас попались в этом. Так, вот. В сундуке у нас будут вот такие вот двери. И давайте сейчас напоследок еще сделаем сундук. Ну и все, наверное. И заканчиваем на этом нашу серию. Сегодня у нас выживание получилось на острове довольно хорошее. Мы нашли хороший остров. Нашли даже монумент под водой. Может быть, там, когда мы будем более прокачанными, мы сходим туда, облутаем там все сундучки. Так, он будет открываться? Нет, он не будет открываться. Так, давайте сундук поставим сюда, сейчас сложим все свои вещи. Вот говорю, у нас из еды будет максимум только рыба и остатки, которые у нас будут. И еще, может быть, если пойдет дело хорошо, у нас будет огород. Ну ладно, все, значит, с вами был мистер Джейн Про. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки на это видео, чтобы напишите в комментарии, нравится ли вам такой формат видео. Ну что ж, с вами был мистер Джейн Про, и всем пока. Адьос, амигос.